зрители наших каналов, с вами Джек, Блэк и Зейтерж13. И Destiny, всем привет. Да, учитывая, что это русские сервера, скорее всего, этот парень смотрит наши видео, поэтому давайте просто передадим ему привет. Ой, черт, он разбился. Ну, блин, я должен его оживить. Короче. Слушай, так это RPG есть, ты прав, я тоже RPG взял, только я треугольнички не держал, поэтому... В конце предыдущей серии мы получили секретку, которую нашел Джек. Вообще не знаю, как он увидел ее здесь. Но вот это реально очень крутая ракетница. Сейчас мы движемся на Skywatch. Еле работающий искусственный интеллект, который защищал все это, находится там. Но мы пока, походу, про это не знаем. Я проспойлерил. Короче, непонятные трансмиссии идут из Skywatch. Пешком? Ну да, а чё бы нет, недалеко вроде идти, хотя ладно. А блин, я только слез, ладно. Я думал, сейчас реально устроим поход. Ну потому вот, поход. Люди, которые делают походы. Да. Я думаю, здесь что-то есть, я уже куст, по-моему, вижу. А, нет, это не куст. Я вижу. Нет, я не вижу. Я помню, что здесь будет тяжело. Да нормально будет. Вообще, как вы помните, мы играем на харде, поэтому бывает тяжело, да, иногда. Здесь тьма. Но это же, по-моему, не улей. Так, товарищ, похоже, решил нам помочь. Нет, мы вдвоем. А, ну да, потому что мы в одном фаертим. Угу. Ну-ка. Понравилось. Давай. О, ты. Сейчас плеткой. Плетка вообще крутая. Я буду ее плеткой называть. Я, похоже, полюбил это оружие. Оно вот именно вот на таких вот товарищей. Гранату заслал. Давай. Щит снес. Хорош. А, черт. Убил. А, черт. Нет, не убил. Так, аккуратно, он сейчас может выбежать, тебе с одного удара снести. Я ему снесу. Давай. Он мертв. Так, ладно, допустим. Есть подозрение, что здесь будет довольно-таки напряжно. Да, но у нас есть секретное оружие. Ой, успех. Пугал так. Но полетел на небо вроде. По частям. The fallen are tapped into something in the back of the room. Они защищают что-то. В конце концов. Так, нет, это оружие неэффективно. Ой, меня убили. И меня убили. Я просто протупил, я этой плеткой на ближнем расстоянии против мечников пытался драться. Плохо, вообще тупо. Больше так не буду делать. Так, сейчас-то все, конечно, будет по-другому. Конечно. Вот до этого вообще ничего не будет. Твою мать! А, Джек, беги! Аккуратно. Тихо, Джек. Живи. Угу. Эта тварь около меня. Он там пока один и за углом еще один поджидает. Смотри, какой крепкий. Так, в принципе, можешь не рисковать, потому что там еще до хрена их бежит. Если есть ракетница, выбегай и налево, короче, этот. Перезарядка у ракетницы. Так, сейчас я зашлю, Джек. О, черт, я гранату кинул. Да, я почувствовал это. Да, капец, что-то мне в этот заход не идет, короче. Так, ладно, я ракетницу поэкономлю. Призрак, Джек, вот здесь. Хорошо.
Да, блин, у меня заряда не было. Он очень быстро передвигается. Да он этот, спрыгивает. Все, улетел. Так, хорошо. Так, а вот теперь нафиг эту плетку убрать. Потому что я вообще там просто налажал. Не забываешь, что там сейчас спрыгнет тебе на голову? Да. Ну, красава. Так, ну, как ну, сказать. Одну треть здоровья он мне оставил. Сейчас здесь, восстановится. Здесь можно вообще, если плохо будет, в коридоре все встречать. Да, да, тихонечко держаться подальше. Воу! Вот, просто вот. 2 секунды. Отходи, отходи, отходи. За тобой бегу двое. Все, они отошли. Они отошли назад. Я понял, да. Еще один бегут. И еще один. Твою мать! Еще один наверху ждет. Ох, как ты его хорошо. Так, мне повезло, что он наступил. Вон стоит. Угу. Так, ты еще тут? Ты еще со мной? Да. Потому что я не хочу, чтобы ты где-то там респавнился. У меня супер перезарядка. Когда я тебя поднимаю, или ты меня поднимаешь, у нас этот щит очень сильно прокачивается. Ну, на несколько секунд. Угу. О, это же то место, Джек. Да. И со мной. Старейший капитан. О, как я удачно кинул. А я не очень. Ах, твою мать. Слева справа от головы такие неприятности прилетели. Ты все властью страдаешь опять. Так, вроде Джек. Стильно получилось. Стильно, молодежно. Сейчас, Джек, приготовься. Мне дали снайперскую винтовку новую. Подожди, сейчас быстро посмотрю. Ну, такая. Так, ладно, пока, короче, да, это сейчас по-быстрому посмотрим, что у нас тут есть. Что мне тоже понадавали. Так, новая курточка, которая так себе. Ну, собственно, все. У тебя там не 5-й уровень еще? Давай, я нажимаю. Готов? Давай. Терминал такой чисто советский. Сломанный. Фоллены пытаются получить доступ к этим машинам, но что-то дает им отпор. Это займет время. И это не очень хорошо. Потому что я ловлю все пули лицом просто. Да пипец. Я еще гранат себе в ногу кинул. А, кинул точнее в укрытие, она попала мне под ноги. Ты живой? Нет. Бегу. Но я за укрытием. Хорош. Тихо, я, короче, пока не поддерживайте. Прикольно, да, штука такая? Да я пытаюсь. Если нужно быстро дамаг донести до врага. Там еще до хера их прибежало, Джек. Ага, покажу. Сбили щит. Двоих снес. А, гранатами обменялись. Левел ап. Отлично. Хорош. Сбоку их всех тут. Да блин, что? Что со мной? Стреляю вокруг. Твою мать, куда ты делась? Так, короче, там не самый приятный у нас товарищ сейчас гуляет. Древний капитан. Угу.
Ой, там их двое гуляет. Так, ну я постараюсь там как-то сбоку к ним подойти. Два в минус. А, черт, меня снесло. Убил одного. Я, в принципе, так, что ты меня можешь беспрепятственно оживить. Так, с какой стороны ты враги? С другой стороны, напротив. Враги по центру. Ничего. Давай, Джеки. Опасно встал. Надо было за кого? Ладно, красава. Граната. Твою мать. Пушка реально прикольная. Я, конечно, что-то не то сделал. Дрэга добей. А, ты его добил. Все. Так, этому щит сбили. Угу. И меня снесли сбоку. Сзади они пришли, они все сзади. Там две сферы. Понял, вижу, вижу. Уходи оттуда. Вижу, вижу. Нет, нет, уходи, уходи, уходи вообще в другую сторону. Твою мать. Все плохо. А, она прямо. А, она. Я не мог двигаться, короче. Она меня приперла в угол и все. Я... Ну, это будет больно. Да. Ну, в принципе, прямо этого места. И, кстати говоря, не с самого начала, по-моему. Сюда не запрыгнуть никак. Твою мать, какие же вы крепкие. Их удар вот этот вот милишный вообще никак. То есть даже половину не сносит. Не. Так, сейчас еще должны нажать. Бегут. Да пипец. Ой, пипец. Твои нелюбимые летуны. Тихо, 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 я отступаю. Давай, Джеки. У меня лавлап. Красава. А у меня вообще по нулям, короче, ракеты. У меня тоже. Не осталась лишь моя основная пушка, автомат, все. Вот так вот. Патроны не восполнили, а врагов восполнили. Вот такие вот. Давай быстрее. Да блин, не то. Короче, я временами просто не понимаю, как он работает, супер удар. Два шифта нажимаешь, да? Да. Ну, не знаю. Мне, например, дают револьвер, который супер усиленный. Делает три выстрела очень классно. А у меня нет, у меня мощный швырок, который аннигилирует. Ага. Так, ладно, потихоньку долбим. Все, мне хана, походу, да? Нет. Еще живой. Живи. У меня патронов вообще пипец. У меня тоже. 6. Нет, 12 патронов. Да блин, ну вот, вот это вот сейчас очень тупо было. О, Джек. Я в опасном месте, не знаю. Прям не знаю. Я, короче, второй раз погиб из-за того, что застрял. Первый раз в полу застрял, второй раз в потолке. У меня два капитана здесь. Джек, отступи, попробуй. Одного убил. Ухожу. Блин, я реально одного еле-еле убил, но смог. И они все стреляют по мне. Он там один ходит. Нет, не один. Там прилетел шар. Короче, сейчас, Джек, я к тебе появлюсь. Давай. О, нет. Где я появился? Нет. Где ты? Я там появился, где не надо появляться. Пипец. Я, короче, отступаю к тебе в коридор туда. Я попытаюсь, но... Я уже не в коридоре.
Зря, их тут слишком дохера, по-другому мы не выживем. Наступай в коридор. Я, в принципе, их тут, где они у Распутина стоят, развалил почти все. Там сфера, только которая... сфера. Но она уже почти вся убита. Поможешь? У меня тут пока что капитан Джек. Окей. Капитан Джек у меня тут. Hey, hello, Капитан Джек. Так, капитан ушел. Вижу сферу. Убил сферу. Вторая сфера тут. Держимся, тоже. Держимся. Охереть, она еще перемещается как боже просто. Там третья сфера еще есть. Я как бы убил сферу. Не-не, убил. Так, у меня супер перезарядка, я по сфере все три пули отправил. Она приснится. Сломал. Хорош. Давай, внизу Джеки. Куча. Да тут кругом куча, Джек. Ходи. Давайте совсем плохие. Очень плохие. Очень. Ладно, вроде все, убили, короче, Джек, нормально. Тут один где-то бегает. Ага. Все, его никак поймать не могу. Ну, heavy. Он реально прям бегает от меня. Ну, он же не дурак. Че, нашел? Я бы... Да, все мы сделали. Так, я вытащил все, что они хотели своровать. Теперь нужно уничтожить эту штуку. Ну и кто, красавельчики? Ну, конечно. Никто и не сомневался. Так, сейчас я приземлюсь только. Давай. Так, Помнишь, да, старым дедовским? It's не бьется, не ломается. Didn't get much. Kept hitting an active firewall. Older... Там собрал ништяки всякие? Ага. Говорит, что легенды были правы. Распутин. Военный интеллект выжил. Коллапс. Он встретился с тьмой и выжил. Он защищает что-то здесь, на космодроме. Нужно найти путь, чтобы спасти его. Ну, надо сказать, держались мы неплохо. Очень хорошо. Ну да. Вообще пипец, пипецкий. Винтовки, ботинки. Неплохо. А у меня какие-то сапожки. Куплю уже не сапоги. Так. О, не-не-не, я не хочу покидать Fireteam. Не надо. Короче, плетка становится моим любимым оружием, что-то даже. Если влупишь, то это как каждый выстрел, как у револьвера по мощности. На таких выстрелов идет 5 сразу. Ага. Короче. И плюс, что врага сзади бьет. Угу. Так, давай посмотрим, что нам дали пока. Ну давай. Короче, да, это было так. Так, у меня прокачка что-то новое. Так, я могу винтовки перезаряжать быстрее. А у меня убийство врага в рукопашную. Теперь высасывает энергию из врагов. Использует ее для того, чтобы граната быстрее появлялась. Круто. Ну, так, ничего тоже. Это мне не нужно. Так, у меня новое улучшение есть на персонажа. Я теперь могу кидать ножи. Это нам поможет. Так, сапожки так себе. Так, куда отправляемся? Снова на землю? Луна что-нибудь есть еще? Да. На самом деле я бы на земле немножко подержался. Потому что... Но хотя, на Луне принципе, тут 7-й уровень нужен. Ну мы, в принципе, 5-го, я думаю, нам просто будет. Ну, конечно, да. Ты понял. Давай на Луну полетели. Мы же любим проблемы. Давай вот на 5-й уровень выполним задание. Хорошо, ладно. И там апгрейд для тяжелого оружия будет. Ох, уговорил. Dammerung Fur 3 Fusion Rifle. Прикольная винтовка. Хорошо, на Луну так на Луну. Мы не на Луну. На Землю. Ну да. Мы сейчас, короче, разбираемся с этим, да, Распутиным. Угу. Искусственным интеллектом, который тут уже пипец как давно оберегает технологии от фоллинов. А фоллины реально такие бруты из этого, из Halo.
Ну, прям видно, что они тяжелее. Рядом со Skywatch'ом пропала группа Стражей. В общем, у них были коды, которые, с помощью которых мы могли связаться с другими колониями. Так, если мы найдем эти коды, то мы сможем включить этот передатчик. Да, и, короче, вот такие вот дела. Полетели. Это не та миссия? А какая? Так, у меня нет патронов ни на что. Не знаю, когда погиб, у меня довольно много дали. Че, полетели? Полетели. О, все, вспомнил, что это за миссия. Пожалуй, не буду воевать. Хотя. Летел. Я влетаю в стройку. Да. Так, ну, собственно, и все. Я думаю, они поняли. Ага. Наш посыл. Так, смотрим, смотрим. Где же здесь могут быть металлические кусты? Так, нам туда наверх. Знакомая дорога, вроде как. Угу. Вандалы. Тихо. Так, окей. Туда ворвался, думаю, кто там скачет среди них. Да, я к ним в тыл забрался, со спины всех расстрелял. Так, подозрительное место. Здесь может быть что-то. Что-то я такое. Я нашел сундучок, иди сюда. Сейчас иду. О, круто. Броня какая-то. Из спинметала 2. Что за броня? О, лучше мой, чем моя. Хорошо. Спинметала только дали. Капец. Только на тебе. Тебя любят больше. Да. Что за жизнь? Патронов давали бы больше вот к этой пушке Pulse Rifle. Потому что она. Ну, так как она имбовая, поэтому патроны. Ну да, как раз дисбаланс был бы жесткий. Я здесь пока ищу. Ну ты понял. Че? А ты там контакт найди пока. We're heading back through that hive breeding ground. Мы снова направляемся в это место, где был. Вангард, ну то есть стражи тоже сказали, что теперь из-за того, что мы дверь открыли, они расползаются по поверхности и... В общем, Фоллина теперь на них еще вынуждена отвлекаться. Вот, сделал радость, сердцу радость. На самом деле, мне бы сейчас дробовик не помешал, потому что я дробовиком люблю с этими тварями разбираться. Но ты его не взял, да? Но нет. Не знаю, вот тут реально одному, когда играл, одному тут было жутенько. Но здесь уже Акалиты. Это страшнее. Мать. Добей, 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 добей. О, одной очередью двоих. Пила реально. Закинь ты ножик, ну. Кинул? Я был уверен, что он кинет ножик, но он его не кинул. Так, пока идет вообще не хард. Вперед к небу, выезд-то здесь. Крупным так, планом летело. Блин, не успел отойти. Так, да. Я лег. A threat indeed. Дали мне достижение. Настоящий друг. Да. Воу. Ты кто такой? Так, а там фоллины.
влетело. О, что почти это? Попал в древнего. Ой, все плохо. Нет, все нормально. Добей, добей его, добей, добей, у него совсем писечка. Где он? Он за ящиком там прячется. Добил. Не-не-не-не-не, он слева. Добил. Но он такой не понял, типа, что вообще произошло, как я. Так, секундочку, я посмотрю, сколько там инвентарь. 142 из 200 уже этих сенсор-майтов мы на космодроме собрали. Ну, я собрал. У тебя тоже, я думаю, соответствующий где-то. Это открываешь инвентарь, там в правом нижнем углу. 131 из 200. Ну, тоже примерно так, короче, да. Так, отсюда мы пришли. А нам надо... Нам надо, соответственно, вот сюда. Так, а здесь ничего нет? Каких-нибудь там? О, системники старые стоят. Так, нам надо в другую сторону, Артур. Окей. Вход воспрещен, написано же. Призраки. Они на открытом месте между зданиями, недалеко отсюда. То есть мы сейчас на поверхность выйдем? Да. А то, что вот сейчас у меня Джек Шепард пропал, это потому что, когда мы ходим по территориям, в которых тьма, там как бы хаб, и там только мы вдвоем бегаем. Когда сюда выходим, мы на общих поверхностях, поэтому мы как бы... Респаунимся. Так, призраки все еще здесь. Fallen нападает. Хорошо. Это какие такие призраки? Это он говорит про игроков? Не знаю даже. Мартыкай. О, вертолет. Это касатка, что ли? Походу. Похоже. Так, ладно, что нам нужно? Здесь... О, бежали. Ну. It's dead. Номер 2. Продолжайте охотиться. Так, здесь листики. То есть мы зачистку проводим. Nothing. Ничего. Find another one. Найди еще. Мы в зданиях ищем, короче. Так, и помнишь, что на крышу можно подняться? Я не помню, это, по-моему, вы с Дашей подбегали. Да, да, да. И там наверху листики. И прочие радости. Вот, тут ящик лежит. Где? Вот, где я. Угу, вижу. Так, хорошо. Здесь у нас металла дали. Ну, что-то. Да. Подожди секунду. Может, они что-то сказать хотят? А я просто... Хотя нет, я не выключал. Я думаю, может, у меня замьюченные. Докинул. Господи, это было немножко криво. Так, ладно, нам здание надо продолжать обыскивать. В этом здании мы, в принципе-то, уже были, но... Здесь просто... Может, что, есть еще? Да, скорее всего. Нашел что-нибудь? Нет. Пока что ничего. Но здесь какая-то дорога есть, которая ведет нас куда-то... Куда-то... Блин, какой графон? Отражение. Куда-то... Куда она нас привела, Джек? Я не знаю. Вход воспрещен. Вот это место, по-моему, кстати говоря, в бете было закрыто. Здрасте. Или не было. Нет, по-моему, не было. Ох, набежала, Джек, аккуратно.
Вот этих вот отлично, вот эта пушка валить. Не скрещиваем потоки. Вот, вот и все. Есть подозрение, что здесь что-то хорошее есть. У меня, как я обычно, помню, дробовик гордичка. Я получил только что. Да? Везет. Ага. Тихо. Привет. Да, я знал, что это засада. Граната, Джек! Вау! Больно было. Ух ты! Вот это ты даешь. Вот поэтому мне и нравятся ворлоки. Они такие зрелищные. Еще бы защита у них была нормальная. Угу. Но пока вроде справляемся. Так что нормально. Так, давай осмотримся тут. Но где-то же должен быть. Призрак. Ну, хоть один. Так, ладно, долго не засиживаемся, потому что еще придут. Вон уже пришел кто-то. Старейший вандал. Куда приперлись вообще? Я не знаю. Капец, там меня убили дерьма. Справа. Да-да-да. Врагов 7 там, наверное. Я знаю. Лечу. Отходи, успел. Отходи. У меня щит восстановился, когда я тебе лечу. Так, я неплохо туда отправил. Ох, вот сейчас вот я погибнуть могу. Нет, с такого расстояния мне лучше не воевать, я более ближний бой, несмотря на то, что ворлок. Ну конечно, нашелся тут. Это ракета влетела? Да. Ракета, Джек, влетела. Влетела ракета. Это опять ракета влетела? Да. Обожаю ракет. О, черт, только не шенки. О, нет, мне сейчас. Я тоже. Я гранату кинул, давай за ящики отходить. Так, шенк упал. А, летит. Сейчас, короче, я свинчу его. Или он. Давай, 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 давай. Скотина спряталась. Пошел, гад. Да твою мать, ты посмотри, что делает. Он ведь прям со мной, да? Ну, блин. Все, Джек, он же не прямо с тобой. Там 6 врагов. Я знаю. Граната! О, хорошо вошла. А, граната плохо вошла. Нормально, Джек, все будет хорошо. Да, меня шука оторвало. Пипец. Короче, они внутрь отступили там, что ли? Ага. Оно спрыгнуло. Ну давай, 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 давай. Не добежишь. Там еще одно где-то бегает, такое же. И он там вдалеке, похоже. Угу. Да, вандалы. О, опять капитан. Так, я отхожу. Ух, Япона, мать! Я думаю, это ты бежишь такой. А, окей. А это капитан прямо на так меня. Он, я не знаю, что-то рашит. Рашит по-страшному, короче. Пали. Голову снесли. О, красава. А, мне плохо, Джек. Живи, 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 живи. А, один удар. Блин. Обидно, пипец. Ну ладно, сейчас добьем. Один удар ему оставался. Враги-то, в принципе, все мертвы. Самое главное, что враги не воскресают. До свидания, тварь. Убил его и умер.
Вот отправляются мои снаряды, в меня его прилетают. Ага. И так, что? Давай пока не врубай там этот... Я пока, да, осмотреться надо. Как обычно, подищить маленько. Немножко призраков, может, тут. Ага. Капец. Советские детали, Миша. Пьет водка. Стьяло, может быть, призрак. Иван Кузнецов. Иван Серёжа, водка, балалайка. Ну, я, в принципе, все, короче. Так, ну, да. Миш, я уснул, за работой. Миш, я умер. Капец, а что тут происходило? Тут интересно, будет какое-нибудь объяснение вообще? Люди тупо сидят на рабочих местах, мертвые. Ага. Лучше какой-нибудь... так, что же нам делать-то? А мы зачем сюда пришли? Мы пришли сюда штуку активировать, и потом должен прилететь корабль с кучей врагов и начать бить нас. Так дело в том, что... Это, похоже, не та миссия, Джек. Мы просто сюда зашли как-то на автопилоте. Да? Ну... Смотри-ка, у нас по заданию в другую сторону вообще путь. Ну, как бы... Ну, чё? Пришли, убили, чё? Просто мы тут еще будем, ребят, не волнуйтесь. Потом. Зато уровень поднимем быстрее. Конечно. Всем раздали, зачистка не помешает. Так, придумаю новые отмазки какие-нибудь. Да, я не знаю, уже какие-то. Мы так облажались. Так, и что мы сюда вообще пришли? Место, которое нам вообще нафиг не нужно. Нет, мы же стражи, мы должны защищать. Ну да. Я открываю тебе эту миссию, смотри, куда идти надо. Идти надо. Вообще у нас вот задание идти... Я вообще не понимаю, короче. У меня постоянно курсор. Курсор с ума сходит. Так, за тобой. А как туда попал? Спустился. Так, а я не вижу спуск. Где он? Ага, нашел. Так, мы такое ощущение, что сейчас тупо, короче, из здания выбежим. Ну да. Походу, да. И чё, и куда дальше? Я листики нашел. Видимо, дальше надо обыскивать место там в поисках этого самого. Но я бы, допустим, сказал, что... Я у листиков нашёл. Здесь до хрена акалитов. Сейчас иду, да. Так, а ты у нас находишься... За тебя, ровно. Короче... спиной ко мне такой. Мы уже тормозить что-то начинаем. Какая-то серия. Кстати, можно серию здесь завершить и двинуться уже туда, в следующий. Сейчас, подожди, мы должны найти, иначе они скажут... Капец вот этот. Ну так мы и так капец как бы. Завалить тех, кто нам вообще не нужен. Еще один листик. Не они же нас убивали, все нормально. Сейчас иду, Джек, сейчас. Вот тут какой-то вход, возможно, нам туда нужно идти. Нет, нет, нам не туда, нам в другую сторону совсем. Откуда ты знаешь? Я решил двигаться по... Вон какой-то вход, нам нужно проверить все закрытые. Призраку. Здесь ничего. Даже точка не показывает, куда идти, а до этого показывал куда-то в ту сторону. Задание, смотри, задание у нас Recover the Ghosts. Выследите фоллинов, которые захватили призраков с кодами к последнему эррею. То есть это где-то здесь находится, именно тут с этим и нужно разобраться. И вот, по-моему, вот этот парень 6 уровня знает, что делать. Нет? Я нашел призрака. Ты засчитали? Нет. Нет, ну миссия пошла, как бы, но где ты его нашел? Я убил врага, и из него выпал мертвый призрак. И теперь мы должны идти туда, где мы с тобой только что всех убивали. Так что давай все-таки завершим. Да и подожди, там, я думаю, сейчас все уже убиты, так что... Нет, они все веснулись уже заново. Да, посмотрим. Джек. Не, мы посмотрим, как бы... Джек. Просто мы какие-то, вроде еще 4-ю серию подряд записываем, но уже какие-то такие... Что? Да, и теперь тьма становится сильнее, мы должны закончить это. Следующий в секторе станции контроля. Ну вот, сюда и идем. Сейчас, Джек, я просто хочу посмотреть. Ты же знаешь, я Фома неверующий. Угу. Я хочу... Подожди, а что там наверху? Они все заново здесь появились. Ага, ну ладно, то спускайся, и в следующей серии уже пойдем и будем драться за эту. Давай лучше я тебя тут подожду.
Array control station is in the next sector. Так, respawning is not allowed. Сидят такие во тьме. Угу. Пусти свинью за стол, да? Она и ноги на стол. Вот. Короче говоря, увидимся в следующей серии. Сегодня мы маленько подтупливали, но, по-моему, было круто, мы неплохо так повоевали. Да. Вообще прикольно было, мне понравилось. И короче говоря, увидимся в следующей серии. Там уже будем врубать эту станцию связи, которая станция связи, собственно. И будет очень много мяса, и после этого, наверное, на Луну слетаем. Потому что Луна тоже клёво. Надеемся, вам понравилось. Ставьте пальцы вверх, вступайте там в группы ВКонтакте и тому подобное. Ссылки в описании. С вами были Джек, Блэк. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.